Уголовное дело завели, да не то. История с июльским ДТП у поселка Биберево Ивановского района получила продолжение. Напомним, в результате столкновения с иномаркой Hyundai под управлением пьяного водителя погиб 19-летний Артур Гильдебрандт. Больше двух месяцев его семья и друзья настаивали на заведении уголовного дела в отношении водителя иномарки. До недавнего времени в прошениях отказывали. Сейчас дело открыли, но по факту смерти человека. Это значит, что юридических последствий для сотрудника СИЗО, управлявшего автомобилем, не будет. Родственники погибшего Артура таким положением дел недовольны и требуют проведения проверки обстоятельств произошедшего. Они опасаются, что через некоторое время дело приостановят или прекратят, и виновник ДТП не понесет никакой ответственности. У меня вообще такое создалось ощущение, что после вот этой бури, которая поднялась в средствах массовой информации, это просто вот, получается, сделать так, чтобы заткнуть всем рот. Вы хотели возбудить уголовное дело? Пожалуйста. Поскольку даже в этом постановлении не отражено, что Фролов был в состоянии алкогольного опьянения. Я буду заявлять ходатайство о проведении комплексных экспертиз, поскольку, как мне стало известно, там две экспертизы, автотехническая и судебно-медицинская, они противоречивые.